Хейоги, сумасшедшие, мы продолжаем, даже, скорее всего, уже заканчиваем проходить игру под названием Shallow Knight, то есть Лопатный рыцарь. Что мы с вами сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем с вами достижение с девочкой. Катапульта, нифига себе. Да ну нет! Какое? Серьезно? Ну ты, блин, это не серьезно. Давай, кати в ту сторону. Все, достижение получено, попрыгун. Так, давайте сразу тогда опасный полет пойдем. Ту-ту-ту. А, там я не достану. Ага, найс. 500 золотой. А есть алмазный, интересно? Почему я вниз нажимаю? Пускай лучше здесь валяется. Надо же еще успевать менять. Минус косарь, ладно. Все. Нахер. Просто идемте. Заберу сундук, если смогу, заберу. Не смогу, нафиг надо. Легчайшее. Как я понимаю, это мне еще до финалки будет до босса, ну типа первая, наверное, фаза, вторая фаза. А я здесь мучаюсь, не могу понять, что делать. Еее. Вот, путаешься в этих сраных кнопках. Я постоянно вниз нажимаю и удар. Непривычно немножко. Немножко непривычно.
У-ху-ху! Оно того не стоит. Сколько я потратил, оно того не стоит. Ага. Можно, в принципе, так. Ну, я, кажется, в минус ушел. Мой струнный квартет играет на свадьбах и поминках. Вот возьми мою визитку. Теперь у меня есть нотный лист. Реквием по щитовому рыцарю. Воспоминания все еще преследуют тебя даже во сне. Да. Ну, окажется, что чародейка это она как раз и есть. Я не понимаю, почему у рыбы мне не работает вот это рыбное дерево, рыбный король. Башня судьбы, вход. Хотя, может, даже это не финал. Посмотрим. Сразу же сначала же начинается. На первой же ловушке. Чё-то у меня такое чувство, что здесь что-то будет очень неприятное. Успел. Я специально это делаю. Вот, готово.
да. Что-то об этом я не подумал. Да. Забейте. Я даже до первой сохранялки не дошел. Она далеко, походу. Я сделал низ удара. Итог. Не сработало. А, даже так. Видите? Я использую способность, но он все равно урон получает. Короче, забываем о деньгах. А, мы дойти не можем до сейв-поинта. Не хочу рисковать, просто иду вперед. Слава богу. Хоть что-то полезное. Вдвойне полезное. Ага. Ага. Стоп. Это подстава была. Понятно, почему сразу с фиолетовых камней здесь начинают. Здесь фиолетовые камни не так уж легко заработать. А если я столько умираю, то это жесть. Что же еще может произойти? Конечно, я умру. Что же еще? Что же еще? Что же еще? Теперь мы с вами живем, как я понимаю, от точки до точки. Но
Ну, конечно же, ты по рыбе не ударишь. Да, пускай будет лучше так. Надо использовать полет. Короче, везде теперь нужно использовать полет. Это сложно, потому что у нас уже времени много прошло. А результат не очень. Это в натуре, как знаете, всегда в конце игр самые тяжелые моменты, просто жопа начинается. Вот это оно. Так я успел. За что? Просто за что? А, фу, пузырьк еще летит. Зря он летел. Я мог бы успеть, ты два раза бы использовал и успел бы. Я чисто, понимаете, умираю не из-за врагов, а из-за самого же себя. Потому что я падаю и умираю. Используешь, падаешь, умираешь. Да. Я просто не могу начало пройти, сраное начало. Окей. Да, с минут. Я не могу пройти ворота, сраные ворота. Это даже не замок с боссом, это просто сраные ворота.
Ладно, давайте успокоимся. Давайте спокойно, просто спокойно. Не спешим, просто спокойно играем. Вот и все. Чего? Типа я должен был за один заход это сделать? Как-то это сложно. Сложная задумка. Допустим. Тупые рыцари, идите в жопу. Все, наконец-то. Сейф, пожалуйста, дайте сейф. Ништяк. Подстава, подстава, подстава. Камень за 200, камень за 50. Ладно, здесь более-менее. Ну нахера ты спрыгнул? Ничего не понятно. Чёртовы самураи. Самурай летучей мыши. Нет! Идите в жопу. Ой, а я мог бы сломать. Ага, ясно. Умру, умру. О-о-о.
Да иди ты в очко. Все. Давай, давай, ты еще меня убей. Такой кислый яд в глазах. Бам. Ладно, здесь что-то быстрее пошло. Это вначале вот там жопа полная была. Ну блин, надо шипы использовать, если я хочу выиграть. Ага. Ну, вижу, там, где водичка капает, туда нужно прыгать. Хорошо, босс сейф. Лапанный рыцарь, не лезьте, уходи немедленно. Последний шанс. Я доберусь до нее, черный рыцарь. Дальше, если придется пройти через себя. Черный рыцарь, ты сторожишь и мою башню? Ты наконец решился присоединиться к нам. Преклони колени и присягни мне на верность. Повторяю в последний раз, я никому не служу. Как угодно. Почувствуешь силу, которую пренебрёг. Она его убила. Черный рыцарь! Я просил тебя не вмешиваться! Что, что это? Нифига себе! Я понял. Блин, ну это... Очень такой босс сейчас. Специфический. Типа я бы не сказал, что он легкий. Thank you.
У него волх одну тычку было. Где тычка, которую я ему дал? Пипец. Вот вот это действительно босс такой же пошел. Вот, когда он использует метеориты, нужно его фигарить. Довольно. Не знаю, что ты задумал, но тебе недостаточно до нее. Возможно, ты прав. Возможно, она уже потеряна. Ну и не оставлю попыток. Теперь ты, конечно, понимаешь, кого я пытаюсь спасти. Да. Ты знаешь способ вернуть ее? Я пробовал только слова. Ее магии так сильна, мне не хватает смелости. Иди же, только не причиняй ей вреда, иначе ответишь передо мной. Окей. Что, может, давайте тогда, я думаю, на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.